Активизировавшаяся в последнее время группа «Меломен» на выходных занялась съемками клипа. Практически сразу со съемочной площадки ребята приехали к нам в редакцию, дабы рассказать, о чем будет их новое видео. Расскажем, с чего начинается сюжет, чтобы зрители не потеряли интерес. Это будут воспоминания родителей одной девушки. Они будут вспоминать, как когда-то полюбили друг друга. Называется их новое творение «Бота» и, естественно, посвящается девушке. Отметим, что даже после выхода этого клипа четверка парней не планирует отправляться на покой. Совсем скоро мы выпустим свой альбом «Сюгеном Бол». На пластинке будет порядка 20 песен. Из них 15 мы уже записали. Долгое время молчавшие меломеновцы обещают, что такой длительной паузы от них ждать больше не придется. Парни готовы чуть ли не ежедневно выпускать по треку. Мы будем стараться выпускать по композиции раз в определенный промежуток. На днях хотим снять еще один клип. Может быть, в течение ближайших 2-3 дней приступим к съемкам снова. Обещаний от артистов мы слышали много, а слово держали единицы. Так что посмотрим, как то будет на деле.